Отлично. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Это он? Да. И его тонкая копия выходит из биоробота. Если в биороботе находятся еще чужеродные копии голограммы, все чужеродное выходит из биоробота, становится рядом. К маме вышла, у них энергия одинаковая. Отлично, мама его берет к себе. Хорошо. Защищаем тогда физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Элию в защитный скафандр на время работы и вместе с мамой Инной, Элия, тобой мной поднимаемся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Илью. Интересуемся, понимает он нас или нет. Продолжай. Готов ли он к диагностике? Доверит ли он нам свое биополе на период сеанса? Мама принимает за него решение. Я услышал, да. Хорошо. И я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать. Пространство над головой Илья, под ногами, слева, справа, 360 градусов вокруг него. Находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы. Любые чужеродные энергии, любые воздействия, от всего этого выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму, и ответственные за эти каналы силами его намерения притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. 1, 2, 3. Да, будет так. А так и есть. У него память прошлая в голове, то есть у него смешивается, то он взрослый, то он, ну, вот ребенок совсем маленький. То есть у него... Ему 4 месяца. У него еще, конечно, воспоминания остались. У него прошлая жизнь в голове. Да? Александр, четко имя идет. Александр, он, когда он жил, идет информация. Он меняется. То вот он мужчина симпатичный такой, лет 45. Да ты что? Черные волосы. То он малыш опять. Вот эти энергии меняются. Картинки. Хорошо. Что у нас в клетке? Вот эти воспоминания, подожди, они его, ну как сказать, мучают. То есть вот эти воспоминания... Воспоминания? У него есть какие-нибудь интерференты? Давят на него. Вера, каналы сейчас есть? Подожди. Посмотри. Вот этот мужчина, он как будто предупреждает его о чем-то. Хорошо, я могу с этим мужчиной установить контакт сейчас? Александр? Но он кивает, потом как исчезает. Ну хорошо, если он меня слышит, Александр, о чем вы хотите предупредить Элию в этом воплощении? Вода. Вода. Что именно? Четкая мысль сейчас идет от Александра. Мысли формы пошли. Устанавливаем экран рядом. Надувное что-то. Матрас? Нет, круглое. Круг? Типа как вот... Да, в котором, ну, как-то сидят в нем, что ли. Да. Вот он предупреждает об этом круге, да? Детский возраст, да. Какой Кивай. Возраст? Возраст Детский. Какой? То есть...
До 6 лет. До 6 лет. Хорошо, мы передадим маме. Мама, Инна, вы слышали, да? Накивает. Хорошо, и я сейчас обращаюсь к Александру. Александр, вы были в прошлой жизни Ильей, да, который сейчас перед нами стоит, я так понимаю, да? Нет, он его куратор. Вы куратор, я могу пригласить вас в нашу комнату? Придите, пожалуйста. У нас такого маленького ребенка еще никогда не было. Мы хотели по-любому вызвать куратора, Александр. Вера, да, есть? Хорошо, снимаются все маски и голограммы. Мы приветствуем Александра, интересуемся. Интересуемся. Мы приветствуем его и благодарим за то, что он пришел. Уважаемый Александр, у нас такого маленького ребенка еще никогда не было. Я хотел вас спросить. Вы сейчас сказали до 6 лет, мама уже поняла, обращать внимание на купание именно вот с таким надувным кругом, правильно? Приветствует всех. Замечательно. Он благодарит, и он говорит, что я еле достучался. То есть есть опасность именно в маленьком возрасте. Он говорит, что, может, я переборщил до 6 лет. Но он показывает, что ребенок может сидеть там, и это может и 4 года быть, но это точно опасность пройдет до 6. Вы правильно все сделали, что обозначили максимальный возраст до 6 лет. Да, максимальный. И еще 16 лет – это скорость. 16 лет – это скорость. Машины, мотоциклы. Скорость, машины и мотоциклы. Хорошо, мы обязательно передадим и мотоциклы. И дедушке передадим, и маме передадим. Благодарю вас, уважаемый Александр. Скажите, пожалуйста, он от этих переживаний не мог заснуть? Он постоянно кричал во сне. У нас есть какие-то интерференты сейчас с ним, Вера? Я вообще не понял. Кто-то там мучил его? Но у него есть чертик. А, ну носочки все. Носочки у него есть. Все, чертик, сегодня тебе пришел конец. Он говорит, что это я стучался. Ты стучался? Подожди, Александр говорит, что это я стучался, чтобы меня услышали. А, Александр стучался, чтобы его услышать. Через черта? Нет, в голове вот эти вот. Ему. А, понятно. Почему? Потому что он сегодня успокоился. Это наверняка после того, когда вы узнали, что мы сеанс будем проводить, да? Он говорит, что он, когда кричит, это важно. Хочет что-то сказать. А как понять? Я-то точно не пойму. И опять-таки, может ли мама ему помочь, если идет речь о интерферентах, например? Может. У них энергии одинаковые. Понятно. Объясните тогда, пожалуйста, процедуру, как ей защищать своего ребенка сейчас. Говорит, что сейчас нужно все вычистить. Хорошо. Давайте мы тогда будем работать. Потом окутывать своего ребенка энергиями. Окутывать энергиями ребенка. Как в ядро брать его в середину. Угу. И защищать снаружи. Все он понятно. Показывает так же, как он был... Вот Робби. Я сейчас увидел, как в животе... Было уютно. Уютно. Точно так же создавать ему энергиями такую утробу. У них одинаковые энергии, поэтому ему не будет давления или отторжения. Понятно. Если, конечно, не поменьшают такие вещи, как воронки ходячие, которые мы только что у мамы вытащили, наверняка там в квартире, на квартиру надо чистить. Говорит, поэтому я и сказал, что сперва нужно все вычистить. Все, благодарю вас. Вы побудете, Александр, пока мы закончим? Да, я останусь. Присаживайтесь, пожалуйста. Хорошо. И, Верочка, давай, что у нас там, сколько каналов? Начнем с этого. Один. Один канал. И кто у нас сидит в клетке? Черт сидит. И подходим к черту и спрашиваем, что он здесь делает. В ребенке, которому 4 месяца. Носочки одел. Да. В общем, у ребенка в квартире показывает, он есть какое-то место, где он лежит. И там твоя одеялка лежит, да? Там черт там тоже обитает. Там какие-то как игрушечки, что ли.
Вот там он играет. Понятно. И я даю команду на счет три. Открывается портал в квартиру Ильи, 1, 2, 3. И все, что сейчас находится на чистоте черта, его одеялки, все, что он там разбросал, раскидал, все до последнего микрона на его энергетике, сила моего намерения летит в клетку к черту. 1, 2, 3. Все до последнего микрона на чистоте черта улетает из квартиры и приземляется в клетке тюрьмы. Хорошая кучка. Все прилетело? Ну, как это узнать? Если что, красные шарики какие-то прилетели. Если больше ничего не летит. Да, да. Все, закрываем портал. Так, черт. Ох, плохо сегодня у тебя выглядят дела, черт. Что в квартире там находится? Сколько там порталов? Он говорит, что там очень интересно. Да? Я тебе сейчас это покажу. Мои энергии как да. раз там вот, малыши. Да. Кричащие. Игрушечки. Маленькое все, как он любит. Черт. Ты не понимаешь, куда ты попал или что? Ну, куда понимает, ты попал? Поэтому он честно рассказывает. Сколько ты сидишь в его биополе? 2 месяца. 2 месяца. Где ты зашел в квартире? Где произошла подключка? В квартире или снаружи? В квартире воронка. Сколько порталов находится в квартире, сколько воронок? Мы сегодня одну воронку вытащили, у мамы в ногах была. Это эта воронка? Или много еще других? Говорит, еще 2. 2 воронки. Сколько порталов? Ну как 2? 2 пока вот он видел, потому что они блуждают. Они блуждают, понятно. Хорошо, сколько там находится еще порталов в квартире? Твердых, установленных порталов. В стенах, в потолках, в полу, в ванной. 3 портала есть, он точно знает. 3 портала, 2 воронки. Ходячие. Было 3. Понятно, хорошо. Так, черт. Что у тебя осталось в биополе ребенка? Носочки только? На другом тоже есть ребенки, носки. Хорошо, я открываю портал еще раз в квартиру ко второму ребенку. 1, 2, 3. И снимаю с него эти носочки, они летят в клетку тюрьму. 1, 2, 3. От старшего ребенка улетают эти носочки. На руках у него что-то. На руках разрезается сила моего намерения, связанная, и летит сюда же, в клетку тюрьму. Черт, ты не офигел вообще ребенку руки и ноги связывать, а? Если я тебя сейчас свяжу, так тебе мало не покажется. Носочки всего-то одел. Носочки. Готово. Ну а я тебя скину просто в галактическое ядро. Ну и что? Закрывая портал. Носочки прилетели со второго ребенка? Да. Отлично. Так, сейчас я подхожу. Нет, я никуда не подхожу. Я даю команду, и на счет 3. Помогаю маме. Она помогает Илье. Зажигаю внутренний белый свет, и она начинает выдавливать из Ильи, и Илья помогает сам нам, выдавливает все чужеродные энергии, которые все нити, и останавливается автоматически, когда все на чистоте черта выйдет из организма Илья. Знаешь, очень интересно, потому что он общается с разными душами. Вот с маминой душой у них одинаковые энергии. Угу. Очень похоже на плеяды. А у него есть другие энергии. И тут и ангельские. И... То есть это не обязательно, что интерференты какие-то. А вот энергии он разных набирает. Сейчас ладно. Они вышли от него. Все вышло, да? Да. Открываем большой шар. Большой. Открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Этот шар улетает в галактическое ядро на переработку. Закрывай, печатай, растворяй. И я подхожу к Ильи, кладу ему руки на плечи и моей собственной энергией провожу импульс высоковибрационного шокового удара, сжигая канал к черту. 1, 2, 3. Удар. Сжигается канал. Открывается портал в галактическое ядро. И остатки этого канала улетают в галактическое ядро на переработку. Готово, Влад, но он носки не снял пока с малыша. Он с другого ребенка снял. И я даю команду, значит, 3. Снимаются носки с Илья. Сила моего намерения. 1, 2, 3. И летят в клетку. Он сейчас смеется. Чего он смеется? А, малый смеется.
Все, снимаем. Готово. Отлично. И все, что на чистоте черта, все эти одеялки, носочки, все переносится в другую камеру. 1, 2, 3. И открываю под этим всем портал в галактическое ядро. Это все улетает в галактическое ядро на переработку. Закрываю, печатаю, растворяй. Готово. Так, черт, что мне с тобой делать? Черт вообще в шоке. Он не ожидал такого. Он первый раз видит. Может, даже и последний раз видит. Я еще не принял решение, что с ним делать. Ты зашел в тело ребенка, которому 4 месяца. Ты вообще потерял нюх. Он говорит, что это обычная практика, и он даже не знал, что такое наказывается. Серьезно? А вот я считаю за обычной практикой вот такие, как ты, наказывать. За то, что они к детям, которые не могут даже говорить еще, их стоять на месте, одевают носочки и сосут с них энергию. Нет, черт, ты сделал очень серьезное нарушение. Очень. Я не знаю. Наверное, придется тебя раза в 2 увеличить и отправить тебя таким, чтобы ты на всю жизнь свою запомнил. Будешь ты огромным таким кабаном. Втягивает руку и мотает головой. Да? А давай попробуем. Понял. Понял ты, да? Я не уверен, что ты понял. Но если я тебе еще раз второй раз в жизни встречу в этом ребенке или в любом из этой семьи, или в квартире, в которую я когда-нибудь приду, я тебя сожгу. Прямо на месте. Без разговоров. Без предупреждений вообще. Тебе это понятно теперь? Пепел останется один. Он говорит, что без проблем найдет себе жилище. Ты поняла, что я тебе сказал насчет этой семьи? Да, понял он. Все, отлично. И открывается внизу портал на чистоте черта 1, 2, 3. Вышвыриваю его туда. Закрываю, печатаю, растворяюсь в огненную пентаграмму. Паразит. Все. Так, давай заправим энергиями ребенка. Сколько энергии нужно ребенку? И какая частота вибрации? Посмотри, пожалуйста. Ребенку 100% нужно. Угу. 15 частота вибрации. Отлично. И на счет 3 в макушку головы Илья начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 100% каждый. 1, 2, 3. Все потоки пошли по 100%. Мощность потока усиливается. Все необходимые цвета начинают в него поступать. Он ловит энергию. Он смотрит на них глазками, радуется. Лови, Илья. Поднимаем частоту его вибрации до числового значения 15 Гц. Пошел подъем. Он стоит или лежит, или как он там? Он лежит. У нас сканер предоставил ему такое, как кресло, ну, как кресло, да, как люлька такая перенос. Люлька. Да ты что, класс. А, да, он в нем, мама рядом, то есть мама его как поддерживает, у них энергии, они... Замечательно. И идет информация, что Александр дает информацию, угу. Что... мама может каждый вечер вот эти энергии выдавливать с него, ну, чужеродные, скажем так, которые... Ну, ребенок, эмоций много на него идет. Этими командами... Прилипает. Этой мама командой... может так, как шар делать. Ну, то, что мы сейчас сделали, да? Да, да. Шар делать, что чужеродные энергии с него, потому что они прилипают к нему. Это не обязательно какие-то... Ну, негативные энергии, да, это может радость или что-то быть, но это эмоции, перевозбуждение для ребенка. Угу. И хорошо. Удалять каждую ночь мама перед сном. Отлично, я это передам и научу ее, как это сделать. Благодарю, Александр, мы сейчас все сделали, что мы могли сделать для маленького Илья. Он говорит пока да. Отлично, хорошо, благодарю вас. Мы тогда будем возвращать его сейчас вместе с мамой и подключать его к биороботу. Благодарю вас за ваш визит, за вашу помощь. Верочка, появляется наша традиционная корзинка. 1, 2, 3. И передай, пожалуйста, Илья наши самые вкусные ягоды, которые есть на земле, в знак благодарности за то, что он пришел, и на добрые воспоминания. Говорит, что это очень неожиданно. Благодарю вас. У нас такая традиция. Встречи со всеми. И мы очень рады этой встрече. Надеюсь, что контакт будет продолжаться. Надеемся. Надеемся, что контакт будет продолжаться. Благодарю вас. И рассинхронизируйся, Верочка, с Александром. Мы прощаемся. Готово. Отлично. И для усвоения энергии берем маму сейчас и Илью. И вместе с мамой Ильей возвращаемся
к биороботу Илья на счет 3, 1, 2, 3. И заводим Илья в биоробот, подключаем его к каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем, гармонизируем все энергии и вибрации. Готово. И еще картинка идет, что как только он начинает плакать, мама вот эти энергии свои ему дает, и он уверенность чувствует. То есть он плачет от неуверенности и страха, что он выходит из вот этого, из поля комфорта, и он не знает, что ему делать, как вот после рождения. Понятно, хорошо, я передам маме. Но мама сама была с этими чувствами, пока мы ее не почистили, поэтому она ничего не могла, эти сомнения с ней убрать, даже не понимая об этом. Хорошо, Вера, мы закончили. И на счет 3 отключаемся от Ильи и все вместе переносимся к биороботу Инны. 1, 2, 3. Прямо оттуда. На месте. Заводим ее, подключаем к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Синхронизируем, гармонизируем все энергии и вибрации. Готово. И возвращайся в комнату диагностики. Отключайся от объекта. На месте.